Большой пары сегодняшнего дня, весовая категория до 69 килограммов, Уланов Бабаев. В красном ринга Артём Уланов, в синем ринга Равиль Бабаев. Оба боксера имеют первый разряд. Красного ринга продолжение боя выдается боксеру первого разряда Артём Уланов. Он представляет команду Центрального зала спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Счет боя не ведет. Тренируется под руководством мастера спорта Александра. течение полумира к продолжению боя готовится боксер первого разряда Олег Бабаев. Он представляет команду красногвардейской спортивной школы. Счет боя не ведет. Тренируется под руководством мастера спорта Дмитрия Газинова. Победу единогласным решением судьи одержал Артём Уланов, боксер красного угла. Смена судейской бригады. Девятую